Разнообразие поведения – следствие сложности мозга. Черви червят одинаково, люди же человечат по-разному. В женское ухо член не влезает, а слон не позволит. Поэтому в уши люди не долбятся. Но если физически можно что-либо сделать, обязательно сделают. Люди построят ракеты для полета на Марс, изобретут очень стойкие краски, а после напишут прекраснейшие картины. Придумают, как расщепить атом, построить электростанции, улучшить жизнь миллиардов собратьев. Люди построят ракеты для уничтожения детей на другом конце света. Нажрутся говна и говняной блевотой нарисуют омерзительные картины. Придумают всевозможные пытки, построят лагеря смерти, а расщепив атом, сожгут города. Люди применят любое открытие во вред и во благо. Не сомневайся. Дело тут во Вселенной, а вовсе не в людях. В ней произойдут все события. Люди всего лишь марионетки, заложники ситуации. Им кажется, что они управляют прогрессом. Но это не так. Они часть прогресса. Мне долгое время казалось, что я независим. Но после я понял, что все еще слишком привязан к людям, к их мнению, взглядам и отношению ко мне. Это внезапное понимание породило дракона. Глупо рассматривать тех, кому ты не интересен. Глупо слушать их мнение. Глупо быть альтруистом в мире, где каждый заботится лишь о себе. Такой человек просто жертва, ритуальный ягненок. А я не хочу умирать с гвоздями в ладонях ради странных идей. Но что я могу с этим сделать? Я тоже всего лишь бездушная и безвольная марионетка. Я тоже лишь исполнитель воли Вселенной. Мужчины кажутся умными, сильными, но это все напускное. Если убрать мишуру, деньги и положение, понты и одежду, останется лишь разрываемое страстями животное. Женщины кажутся умными, сильными и вдобавок красивыми. Но это все напускное. Если убрать мишуру, одежду, понты и косметику, останется лишь разрываемое страстями животное. Человечество – голый король. С кем бы ты ни общался, в конце пожалеешь. Но как бы я к людям ни относился, мне жаль их за то, что они обитают в аду. Мы живем в обезьяннике, ничего не поделать. Одна обезьяна размазывает по морде дерьмо, другая дрочит на эту картину, а третья называет все это искусством. Человеческая культура, мысли, чувства, мечты и надежды ведется мне грандиозным баком с говном, где поверху плавает пенка. Быть этой лакомой пенкой не так уж и плохо. Внизу, под тонной говна, еще хуже. С одной стороны, я всегда людей понимал. Без понимания не выйдет манипулировать. С другой, они оставались загадкой. У меня просто не было их набора стремлений. Зачем вечно кричать, заявлять о себе, конкурировать? Разумеется, чтобы создать свою копию, это понятно. Но для чего ее создавать? Зачем бегать по полю за мячиком? О чем тут переживать? Почему я должен болеть за команду, город, страну? Я не команда и не страна. Зачем создавать семью, превращая жизнь в катастрофу? Зачем заводить детей, а после их подавлять и мешать развиваться? Зачем целую жизнь заниматься нелюбимой работой и в то же время бояться смерти? Я людей вижу насквозь, а люди, выключив голову, витают в фантазиях. Они восхищаются педофилом-писателем. Он, как Карабас, устроил театр с парусами, формой и шпагами для своего наслаждения. Люди сказали: «Какая любовь и романтика!» Они восхищаются честным и справедливым судьей. Они не заглянут в подвал его дома. Они восхищаются воспитателем в детском саду, на камеру гладящим детские попки. Они умиляются: что за прелестный мужчина. Они не заметят маньяка, даже если он будет, забрызгавшись кровью, играть с их детьми на детской площадке. Я ничего не придумал, это реальные кейсы. Я знаю, какие пороки привели меня в ад. Но окружающие в себе их не видят. Они считают себя идеальными. Самовлюбленность – их главный порок. Затем идут глупость и жадность, дополняя друг друга. Мир – просто площадка для игр. Реквизит не утащишь и не сохранишь.
Голубцы забывают об этом, воруют и копят богатство. Люди не перестают удивлять. Они восхищаются популярными звездами, пустыми созданиями в блестящей обертке. Они искрами на ночном небосводе. Они восхищаются технологиями, а не создателями технологий. Люди сидят под мрачными церковными сводами, а не под сияющим сводом небес. Люди считают грязной любовь, а священной войну. Люди считают красивым айфон, но не замечают сияния капель росы. Люди готовы годами смотреть сериалы, но не желают часок посмотреть на закат. Люди привыкли и не замечают волшебных вещей. Как над пестрой апрельской степью поет песни ветер, как дробится на искре июльское солнце в соленых волнах, как октябрь шуршит листьями в парках, а январь рисует на стеклах узоры. Воздух мира сладок от растворенного в нем волшебства, но для людей он безвкусен. Люди готовы годами сидеть в душном офисе, чтобы накопить на квартиру такую же душную конуру в человейнике. Парни бегут за красотками, не замечая прекрасных девчонок под боком. Девушки меняют на деньги любовь. Люди всюду видят проблемы, всюду видят врагов. Люди ждут, когда жизнь улучшится, пока она просто проходит. Они будут ждать и мечтать, не прилагая усилий, а только надеясь на лучшее. Ждать совершеннолетия, интересную высокооплачиваемую работу, хорошего мужа, прекрасных детей, квартиру, здоровье, пенсию, смерть и загробную жизнь. Люди не доверяют себе, а надеются на других. Люди прокачивают героев в игрушках, а не себя. Для них нарисованный человечек важнее. Люди сутками смотрят кривляния в ТикТоке и засыпают на первой строке умной книжки. Люди все время придумывают кумиров. Как только волна обстоятельств кого-нибудь вынесет на вершину, они начинают ему поклоняться. Люди не любят холодную логику. Им она представляется скучной. Только эмоциональный безумец их может увлечь и вести к катастрофе. Подобных маньяков люди боготворят. Люди не доверяют пророкам, но верят мошенникам. Люди всегда ошибаются с выбором. Люди так любят ругаться и спорить. Ученые уже поставили жирную точку. Индивидуальные отличия выражены сильнее, чем половые. Но мужчины и женщины спорят до хрипоты, кто разумней. Как бы расхохотались пришельцы, услыхав эти споры. Для них это был бы спор муравья с муравьиной самкой. Я разумней. Нет, я. Для пришельцев не было бы особых различий между мужчиной и женщиной, ребенком и взрослым, африканцем и европейцем, идиотом и гением. В сущности, мы одинаковые, но люди видят массу отличий. Из-за этих мельчайших отличий люди ненавидят друг друга и убивают миллионы собратьев. Общее, объединяющее, то, что сразу бросается в глаза, люди не замечают. Люди любят анализ, не синтез. Любят делить, а не объединять, разрушать, а не создавать. Люди странные, но такие обычные. Один только я необычный. Ты не ошибаешься только со мной.